Вот, чуваки, кому не лень, вот просто подпишитесь на этот канал, перейдите по ссылочке в описании до Reline, канал моего одноклассника. Просто нажимайте красную кнопочку «Подписаться». Все, вот так вот выбирайте. Начинающий канал, который, надеюсь, будет... Всем привет, ребята, вы на канале Денплей. И вы, как уже знаете, я хочу апнуть Мортиса на 1000 кубков и обогнать... Короче, по скиллухе ютубера ЛЛЮ, но это будет очень сложно, я верю в вашу поддержку. Короче, вернулся со школы, в школе увидел вот такую вот офигенную акцию, именно связанную с Мортисом. Не буду слишком тянуть. Вот она, это ночная ведьма Мортис. Вот такой вот он. Он очень мне нравится, ну прям, ну капец. Вот это вот, мне так нравится вот это его... Дубина, блин. Этот вот топор с этим брелочком, таким кристаллом, блин, офигенным. И плюс мне нравится то, что есть какие-то дырки такие, вот, например, в этих ее, в ее юбке. Ну, очень классный скин, ну, прям в шлем такой классный. И это ведьма из Clash Royale, кто знает. Она мне очень нравится и в Clash Royale, я всегда за нее играю, за ведьму эту. И также она сейчас... появилась в Brawl Stars, ну давно, очень давно этот скин вышел, но просто я на него не обращал внимания, я считал он очень ужасный, но нет. 150 гемов он стоит, сейчас он просто скидочка офигенная 69 гемов, ну и мы с вами его покупаем, мы уже покупали с вами кого? Мы покупали с вами Дина Майка Повара, точнее так, у меня еще есть скинчик на... Где ты, мой родной Рико? А, где Рико? Я забыл. Вот он, мой дорогой мажор Рико у меня есть. Стрелок. Вот такой вот он классный. И также мы сегодня с вами купим этот скинец. Очень классный. Вот он. Также я еще планирую купить бандитку Шелли. Ну, когда я поднакоплю уже этих своих гемасиков, тогда я куплю его. Ну, сейчас я тратить все не хочу, потому что... Ой, ребята, я случайно вышел из игры. Ой, я просто так вводил и случайно нажал на кнопку, которая выводит на главный экран телефона. Окей, давайте с вами еще. Блин, хотелось бы какую-то пассивочку новую, например, Барли лекарство. Прикольно, кстати. Давайте Мортиса, все, погнали. Давайте его испытаем, вот на всякий случай, чтобы друг мне не понравится как-то, он прям ужасный будет, прям капец, как будет мне обидно потратить гемасики, какой он классный. Ё-моё, не, такое я хочу 100% покупать, это просто кайфовый, а ну ульту, хочу ульту. Разговаривает он как Мортис обычный, ну она точнее, это она, на Мортисихе, Мортисиха. Так, окей, давайте ух ты, ульта, кстати, у Мортиса тоже длинная, давайте вот туда, на роботов этих. Вот, давайте вот так. Бесконечная, нет, не бесконечная. Ульта. Не, офигенный скин, все, покупаем. Не будем тянуть. Раз, два, три, погнали. Ты лайк пожми, бро, лайк пожми. И просто нажми, точнее, лайкос. Ну и мы с вами пойдем, конечно же, катать на этом классном чуваке. Вау. Минус гемасики, но я на гемы даже не обращаю внимания. Сейчас, на данный момент. Окей, давайте, погнали в катку. Это ШД у нас. Потом, может, броубол пойдем одну катку. Но броубол я особо не буду играть, потому что на Морте 7 я не умею сильно так броуболя тащить. Ой, Дэрил, здорово. Я начинаю ведьма Мортис. Я супер крутой скин. А ты бомж. Окей. Так, би-би-би-би-би-би-би. Прощай, машинка. Бибишка. Странный никнейм Биби. Ну, точнее, именно не никнейм, а название персонажа Биби. Давай, я мансить могу. Я уже научился. Меня сам ЛЛЮ учил, как играть на Мортисе. Ладно, шучу. Так, ух ты, ё-моё. А, ну, спасибо, что толкнула. Ну, банку забирай мне, эта банка твоя. И не надо давно уже... Так, давай, мансю, я замансю, бро, ой, чуть-чуть не замансил, но все равно какой-то школьник пытается ЛЛЮ обогнать, ну, это все, конечно, возможно, если к этому хотеть идти.
Так, давайте, пацаны, давайте убивать там друг друга. А ты, я спалился, да, я спалился. Но ты меня не агрись на меня, а то ведьма тебя накажет своими скелетами, как в Clash Royale. Так, окей, ну чё ты придирайся, а? Дурында, давай, давай. Опа, и промазала, опа, промазала. Вопа, промазала. А, ё-моё, я умираю, нет. Это минус кубки, вроде бы, да, минус один. Да, ё-моё. Не, давайте одну карточку в Броубол попробую, просто попробую. Ради интереса просто хочу попробовать, потому что вдруг получится затащить катку, и это будет топово. Классно, ребята. И, кстати, в какой вы класс идете вот сейчас? Например, я уже со школы вернулся, я уже первый день именно полноценно в школе, не краткие уроки, как на 2 сентября. Ну и, короче, ребята, расскажите, какой класс вы перешли вот сейчас. У меня уже 7 класс, началась физика, геометрия, алгебра, химия. Это жестко, ребят. Ну, хотя, в принципе, если учить, то, в принципе, можно и нормально. Не паниковать. Окей, нате вам ульту там. Жуйте, жуйте, братаны, а я забью гол. Ночная ведьма Мортис забивает свой первый гол в Броуболе. Звучит как какое-то название, это, кликбейтное. Серьезно, блин. Ну, не, я так называть не хочу. Ой-ой-ой-ой. Опа. Дурак. А чё вы все вообще ушли? Ой-о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 й. Ёлки-палки, ёлки-палки, как я затащил, вы видали? Просто это жестко было, это жестко самая катка промазала. Ха. И все, я помчал. А, они какие-то нубы, по-моему. Ну, я и так забью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо забить, да, забил. Два гола я забил. Ну, тима у меня хорошая была, не тупые чувачки, которые афкашат, как Эльприма какой-то дурачок. Ну, в принципе, я соглашаюсь с Джесси играть. Это я хотел бы, потому что редко найти... О, Мортис, схватка Мортиса, ведьма против обычного без шляпочника. А он не играет, блин, ё-моё. А, да, без шляпы Мортис этот, нубяра какой-то так. Ну ладно, я шучу, не нубяра, он совсем не нуб, потому что сейчас меня как вотрёт. Ой-о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 й. А я вот так вот спрячусь, покручусь. Ладно. Давайте, блин, ну я тут сам ничего не сделал, я это понимаю. Так, Леон Винвиз пошел. Где он? Выбей мяч и глуши Мортиса. А я его попробую заточить. Да, заточил как ножик. Так, давай мне пас, Джесси, дай пас. Я попробую заточить сейчас такой гол. Ну ё-моё, ну что ты такая эгоистка, а? Ёлки-палки. Дай пас. Ё-моё, почти! Что случилось? Как он там за дефол? Вратарь такой великий, блин. Ёлки-палки. Как же так? Ну, там был очень офигенный. Блин, я чуть-чуть занубил. В стенку. Погрелся. Так. Энвиз, давай, тычку. Блин, я просто хотел заорать сейчас, если бы забил бы гол. Почти, ну ё-моё, как, надо было в другой угол или как, ну как было бы здесь сделать это? Так, на, держи пельмень, так, это я про мячик, не про этого чувака, не вздумайте писать, что я его обзываю, оскорбляю, так, я не решил рисковать атаковать, а вот сейчас можно рискнуть, опа, хорош, и удар, нет, давайте, пацаны, давайте, забей, Коль, ульту заюзай, ну ё-моё. Ну ё-моё, ну ульту заюзай, убей, надо было раньше это делать. Он бы мог двоих ультой бы сделать, если правильно бы О, нормально, чувак хорош. Забил гол. Ну 30 секунд мы задефаем уже 100%, мне кажется. Если Мортис свои... Ой-ой-ой, я случайно все тычки потратил. Хорош. Все. Ой-ой-ой-ой. Дай мне пас. Не забей в свои ворота. Да. Все, давай, он понимает, что надо держать мяч. Не атаковать сильно. Хотя можно, да. Можно. Дай мне забить, бро. Братан, дай мне забить. Я хочу забить, дай мне забить, братан. Ай. Да ну ё-моё, что вы такие. Ну, ай. Эльприма, ой. Эльприма, чё я Леона Эльприма называю все время?
Классно, классно сыграно, классно, классно, мне понравилось. 425 кубасиков у нас на Мортисе. Давайте, давайте согласимся. И это последняя каточка наша на Мортисе, потому что мы очень круто отыгрывали. Вот сейчас будет тяжеловато против Покича сыграть. У него хилка будет. Нита Панда. Так, давайте просто посидим. Пускай они идут. Пускай забирают мяч, пускай все это делают. Грязную работу пускай все делают. А теперь можно и нам приступать. Ну, окей, Коль, давай. А я пойду сейчас. Ё-моё, я обратно затупил. Ну почему я так туплю-то? Ё-моё, мы сейчас можем слить. Ё-моё, это что этот дурацкий, блин, столбик мешает мне все время. Выбей мяч, выбей в эту сторону, я тут могу задефать, блин. Ё-моё, ёли-пали. На ёли-пали, нас обокрали, все. Ай! Ну, Бяра, давайте, пользуйтесь шансом, ты разбил нашу стенку, братан, блин, кальтан, дурачела. Он просто разбил нашу стенку и нифига не попал. Ё-моё, ну это шанс был, это просто был, блин-то, ё-моё, ну эти так мешают, дурацкие коробки сраные, что они тут делают? Уберите, пожалуйста, их, потому что на Мортисе надо просто на автоатаке не играть. Так, надо не играть на автоатаке. Ой, ё-моё! За деф и кольт, хорош. Вратарь топовый. Так, давайте только... Ну, давай пас, дай пас, я пробегу тут. О, да, хорош, дал пас. Хорош! Ну, ё-моё! Ёшкин кот, матрёшкин, нет! Ну, если были бы стенки сломаны, то тогда я забил бы, скорее всего. А так, вы сами виноваты, братаны, блин. Ну, да, я понимаю, что это уже не выигрышная катка. Потому что это видно. Ой-ой-ой. Ё-моё, погнали. На. Да. Ай, мансить. Нет, все, не получилось замансить. Ну, Кольт не забьет, там Поко. Там все, там хана. А, нет. Да, хана. Ну, ты и не можешь медведя убить, что ли? Медведь еще лазит. Никто не убивает его. Давай, прорывать. Все. Блин, ё-моё, ну почему он у него оказался? Вот этого дурачка. Гитариста сраного. Так, ладно. Голдомарист, я этот, как его звать, гитарист. Опа, ну ладно, погнали в контр-атаку. Давай! Серьезно, я могу сделать это! Я могу это сделать! Я могу! Я могущий гэнплей! Если мы сейчас выиграем, это просто историческая катка в ведьме Мортиса в истории. Ой, хорош! Сыграл! Давай, ай, ё-моё, ульты не было. Ой, точнее, да, ульты не было. Фу, ё-моё, я сейчас нажимаю на экран как бешеный, я сейчас сломаю телефон, ладно, шучу, не сломаю. Да, хорош. Блин! Ё-моё, вот я дурачок. Я мог забить и просто... Жесть, какой видос бы был. Блин, мы сейчас проиграем, скорее всего. Мне надо... жестко вот этого чувака задефать. Иди сюда, ай, мой мальчик. Все, это проигрыш. К сожалению великому. Нет, мы не сдули еще. Давайте, я мяч возьму. Я возьму мяч. Дай, давай. Ультой заюзай. Заюзай льду. Ебой. Блин, мезди. Это офигеть, ребят. В смысле? У них играет боец с нулем кубков. Сила вторая. Ну, почему? Вот понятно, потому что он на Брокин отыгрывал вроде нормально. Но ноль кубков? Ну, это жестко. Ноль кубков, ну, прям реально жестко. Ну, он, в принципе, неплохо играл на Броке. Но это тиммейты. Это из лобби, из этого главного экрана собрались чуваки. Потому что, ну, им бы никак не попался в рандомы Брок с нулем кубков. Офигеть, я в шоке. Мы просто затащили с вами. И это все, потому что вы поставили лайкос и подписались на мой канал. Скоро Мортис на 500. Ждите видосик. Я займусь этим. Я займусь тем, что я апну Мортиса на косарик. На 500 кубков сначала, но потом будем на косарик апать скоро. Ждите, ребята. Ну, до следующего лета мы точно его апнем уже на 1000 кубков. Точно. Мне кажется так. Потому что, ну, я сейчас играю больше всего в Brawl Stars. И, ну, и в PUBG Mobile, или PUBG Mobile, я еще не научился это говорить.
Так что я играю в Brawl Stars больше всего. Ни в какие там Роблоксы, ни в какие Майнкрафты я не играю, ребят. Не к сожалению, а к счастью. Потому что если бы я играл бы в эти игры, тогда бы я не играл в Brawl Stars, потому что они зависимые, они очень будут затягивать. Brawl Stars, в принципе, тоже. Или Brawl Stars, как говорят многие. Короче, ладно, не буду вам объяснять, потому что видосик и так уже длинный. Просто очень крутой скин. Я не жалею ни капельки, у того гемасика, пельмешка, так что потратил скинчик на скинчик гемасик. У меня 3 скина на Мортиса. Короче, классно. Все, ребята, всем удачи. И всем, ребята, вам удачи в школе. Покедова, ребята.